42-й год призыв, первую половину училища в ноябре 42-го уехала под Сталинград, а мы в декабре 42-го года поехали пополнять выведенные из-под Сталинграда части, вот сосредотачивались силы и средства на будущие бои на Курской дуге. Оно располагалось в нескольких, значит, зданиях и сооружениях. Я, например, был в учебном батальоне, который располагался в здании 6-й школы. Старое здание, двухэтажное, саманное. Сейчас на этом месте выстроена отличная современная школа. И мы в прошлом году, в декабре, с помощью городского совета ветеранов повесили на этом здании памятную доску, что в годы войны здесь было Бердичское пехотное училище. Затем, значит, в районе бывшего завода Сельмаша были, значит, казармы нашего училища, значит, и в некоторых других местах. Во-первых, были развернуты несколько госпиталей, вот в старой здании школы номер 2. Затем, значит, вот в здании двухэтажном, где сейчас городские службы, там архитектура и так далее, там был училище. А вот когда мы заканчивали 10 класс, выпуск 42-го года в июне, в нашем классе было несколько ребят с Украины, эвакуированные. С Украины, значит, вот с западных областей страны. Мы это дело почувствовали, они нам на коротке, как говорится, свои впечатления рассказывали об этом. Мы понимали, что это очень нехорошо, что это очень сложно, что это тяжело переживать. Ну а в самом городе, конечно, были бытовые лишения с питанием, примерно они равнозначны были и всем остальным городам, в том числе и Казахстану. Я когда вернулся из госпиталя, у меня стаж какой? Я школьник. Я только 10 класс кончил в июне, а в августе мы уже были в Бердичском пехотном. Поэтому здесь было, значит, строительный техникум из Алматы, здание корпуса которого занимал госпиталь в Алмата. И меня приняли на выпускной курс. Я сдал спецпредметы, потому что у меня хорошие отметки были в средней школе. Я сдал спецпредметы, а дипломную работу я писал уже в Алмата. Получил диплом техника-строителя. И вот поэтому я стал сразу сельским строителем. Затем, значит, мы тут вели большую комсомольскую работу. Комсомольские организации тогда были, конечно, на виду, и они делали очень большое дело. Во-первых, все спортивные мероприятия через нас проходили. Художественная самодеятельность, я помню, даже я, значит, вот секретарь комитета комсомола облсельхозуправления со своими ребятами выступали на сцене железнодорожного клуба. Тогда это был один из главных, значит, главной сцены города. Поэтому, значит, вот, наверное, учитывая все это, что мое отношение, значит, к комсомольской работе и какая-то коммуникабельность, что ли, значит, самая, меня вот и рекомендовали комсоргом завода ферросплавов. Я благодарен этому, потому что работа с Иваном Васильевичем Тананайским и директором завода Дыхановым Николаем Михайловичем, он дважды лауреат Сталинской премии, он приехал из Украины сюда, значит, крепко помогал заводу. Поэтому, наверное, вот все это вкупе позволили мне, значит, быть тем, кем я стал. В конце 59-го года меня вызвали в областной комитет партии, говорят, ты будешь работать заведующим отделом строительства обкома партии. Ну, раз такое доверие, я посомневался, естественно. С января 60-го года я приступил к работе, где и проработал до 73-го. 14 лет я занимался строительством в области. Естественно, большое внимание приходилось уделять строительным вопросам и в областном центре, в городе Актюбинске.
А в 73-м году меня пригласил Василий Андреевич Левенцов, говорит: «Владимир, мы тебя хотим рекомендовать председателем Актюбинского горосполкома. Стройки большие, деньги большие, ты знаешь это дело, давай решайся». Где и 7 лет проработал до конца почти 80-го года. Так что вот это моя изначальная судьба. Была другая трудность. Идешь, предположим, мы практиковались, значит, и партком требовал, чтобы мы выходили в ночную смену. То есть в час ночи, в 2 часа ночи подходили к бригаде плавильщиков, разговаривали, узнавали, как и что. Трудность была такая, что я не знал технологию производства ферросплавов. И мне пришлось, значит, очень сильно заняться самоподготовкой. Заводская библиотека имела такую специальную техническую литературу. И я штудировал все это дело. И уже, предположим, через год я шел в плавильную бригаду уже с пониманием сути дела. И ребята в ответ, как говорится, не строили, как говорится, улыбки. Саркатические такие же. Вот пришел, не знает сам, что это такое. Так что это все это дало мне, значит, вот тот заряд, как говорится, человеческой мудрости, если можно так сказать, который я воспользовал и в последующем. Я сразу же принял вот внутренне такой принцип, что в городе надо себя вести так же, как в семье. Город – это большая семья. Все, как говорится, вопросы, которые надо решать, они примерно те же самые, что и в любой многодетной семье, если можно так сказать. Значит, учеба, отдых. Ну, все вопросы, значит, бытовое обслуживание и прочее, прочее. Поэтому вот у меня был такой внутренний позыв, что я никогда никому ни в чем не отказывал. Я помню, значит, как-то вечером выхожу с работы, часов 8 вечера, у нас там стояли, уже это вот в новом здании, стояли скамейки, сидит женщина. Я прохожу мимо, она встает и говорит: «Вы знаете, — говорит, — вы меня, наверное, не помните, но я у вас была несколько раз на приеме. И вы знаете, — говорит, — я знала, что вы мой вопрос не решите. Ну, я уже сейчас не помню, наверное, квартирные дела, давай, значит, там. Но я почему к вам ходила один, первый раз, второй раз, третий раз? Потому что с вами можно было побеседовать по душам. Вы вникали в мои слова. Вы не решили мне этот вопрос, значит, но вы сделали так, что мне на душе стало спокойнее». Ну, это же прекрасная оценка. Вот я сейчас читаю в газетах, что, значит, устроить человека, то есть ребенка в детский сад сейчас трудно. Большие там, что-то 11 человек, значит, 11 тысяч заявлений на рассмотрение ждут. У нас этого не было, значит, потому что мы строили очень много детских дошкольных учреждений. Ежегодно один детсад сдавался. Ежегодно к 1 мая мы сдавали школу. И у строителей, вот Николай Желенков, Федор Васильевич Нифонтов, Федор Григорьевич Бондаренко, это управляющий треста «Актюбжилстрой», которые эти строили. Вот. К сожалению, их нет, они бы не дали мне соврать. Была такая, ну что ли, конвейер. Одна школа сдавалась. Вторая школа — возводились стены. Третья школа — возводился фундамент. Нулевой цикл исполнялся. И на следующий год все это дело повторялось. Поэтому в основном шли, конечно, по вопросам, ну, устройства жилья, выделения жилья, по вопросам работы горжилуправления, тогда же КСК не было, значит, было совсем другой
значит, схему управления. Иногда там люди не находили понимания, отказывали, как говорится, не потому что трудный вопрос, а потому что ленились, может быть, значит, сделать это дело. Ну и по некоторым вопросам, связанным с транспортом общественным, тогда было, конечно, тяжело. И вот в 76 году мы начали заниматься, значит, подготовительной работой к строительству троллейбусной линии, в частности. Значит, были иногда вопросы, которые требовали просто семейные ссоры, понимаете. Иногда между членами семьи, значит, там сын приходил на отца, отец на сына, но это по нынешним временам они мелкие такие вопросы, и мы им не давали хода, значит, там, ни судебного. Сейчас, как говорю, любой вопрос, говорит, идите в суд. Ну, мы на приеме, значит, очень много и решали эти вопросы. Предварительно на запись председателю, предположим, горосполкома, у меня, по-моему, было 2 приемных дня. По 20, по 30 человек записывались. Вот сидели, пока всех этих дел